Александр, стало быть, мы говорим про ваш спектакль. Да. Да. Я так понимаю, что как-то вот будут выданы такими дозами под гендерные праздники. Значит, сперва под 23 февраля будет, да, 3. Да, 23, 24, 25. И потом после 8 марта. 9-10. Нет, после как раз праздника, потом 9-10. Но место все там же, да? Да, играем мы в театре эстрады, да, у Хазанова. И будем играть весь этот сезон именно на этой площадке. Потому что как мы начали уже, в общем, с июня месяца, ну, с сентября, так скажем. И так вот это успешно довольно-таки продолжается наше мероприятие. Вот мне кажется, все-таки, да, «Опасные связи» — это такой бренд, ну, который все знают, и сразу понятно, о чем это. Пьеса экранизировалась, много раз ставилась. Зачем такой вот риск менять название? Ну, это правда, что много было фильмов, даже какой-то китайско-корейский фильм был. Но он был адаптирован географически. Ну, видимо, да. Ну, потому что иначе... А вы не знаете, да? Вы нет, не видели? Я не видел. Так. Ага. А вот... Понимаете, конечно, штука. Никогда, во всех случаях, я не знаю, чтобы это было поставлено, во-первых, на сцене, а во-вторых, в формате, как сейчас модно говорить, музыкальной драмы. Не мюзикла, а, в общем, драматического спектакля, но с очень большим внедрением музыкальных тем, музыкальной песенного искусства, арии и так далее, и так далее. И вот это синтез этого дела мне был интересен. То есть словосочетание «по мотивам» в вашем случае имеет обозначение, потому что... Да, это, и мотив, стороны, общем, по мотивам, и мотивщик существует, здесь, в общем, в этой истории. Да, Матвейчук подарил мотивы. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».